Сегодня мы находимся на огнях Сочи, и вот так выглядит уже практически оконченный ремонт. И расскажу вам сейчас, где что, какие нюансики есть. Вот только что любовался вот этим итальянским уголочком. Вот наверх, ну, можете пока не обращать внимания, это наши потолочники придут, ребята переделают кое-что. Вот, очень симпатичный, металлический и очень красиво заканчивается. Обои итальянские, подбирали по отливу плитки прям, то есть вот она специально сочетается. Так что в роли дизайнера выступает ваш покорный слуга. Но есть очень хорошие новости. Буквально недавно мы получили франшизу на дизайнерские работы, и есть студия дизайна, называется Mostsebo. Это очень такая раскрученный бренд, хорошая фирма. Вот, и мы получили сейчас допуск на ведение партнерских работ. Так что, если вам нужно заказать дизайн-проект на очень хороших условиях, потому что, объясню сейчас, потому что просто дизайн вам нужно оплачивать еще там авторский надзор, оплачивать какие-то разъезды самого дизайнера, которые покупают. В Mostsebo это все уже включены, то есть за те же самые 2000 за квадратный метр дизайна вы получаете очень большой спектр услуг. Так, ну это что касается дизайна. Вот это, продолжим по ремонту, вот это у нас вертел. Вот не могу никак запомнить, постоянно парюсь. То ли Швеция, то ли Швейцария. Вот, называется вертел. Очень хороший вариант. Рифленый дизайн у них такой. Вот, ну опять же, еще немножко пыли у нас присутствует. Вот, до конца мы их доделаем. Так, что еще? Поставили вот такие серебристые светильники. Сейчас вместо потолочных светильников очень часто в дизайне используются вот такие стаканчики, мы их называем. Вот, уже помыли окно, сделали вот такой штапик. Вот, Олежка у нас постарался, сделал, и сделано это. Так, по поводу, давай пройдемся еще. Люди, которые говорят, что мы рвем носки тут и так далее. Никто носки рвать не будет, потому что, ну, ничего не цепляется. То есть радиаторы. Только что мы разговаривали с техником. Для людей, которые собираются здесь жить или уже живут, или, ну, в процессе, в общем. Сейчас похолодало, и сразу техник только что сказал, что мы будем делать запуск отопления, проверки. То есть первый этаж, говорит, в приоритете, говорит, с вас все это начинается. И только что мы с ребятами встретились, прям вообще персик. Вообще ребята молодцы. Управляющая компания просто вот такая. Поэтому если вдруг у вас есть какой-то выбор между той или иной там какой-то тендер компании, вы как жильцы должны выбирать. То есть этот вариант беспроигрышный, это 100%. Пускай чуть-чуть дороже, но я думаю, по услугам вы победите точно. Так, фартук. Так как здесь верхних шкафов не намечается, и кухню, кстати, кухню можно сделать такого плана, скажем так, времянку. Времянка что значит? То есть мы поставим кухню, которая будет стоить, ну, порядка 35 тысяч, может быть 40 максимум. То есть мы сделаем вот такую столешницу, сделаем ящички, и на первое время, в принципе, достаточно будет ей пользоваться. Вот. Здесь будет одна большая красивая вытяжка, и вот здесь будет столешница. Так, ну это что касается пока, опять же, таких миленьких деталей. Так, что дальше? Пойдем дальше. Так, у нас две зоны. Это
Не знаю, еще какая. На кухне? Да. Под потолочной нишей, помнишь, база стоит и закрыта. А. Кстати, да, по потолочной нише мы еще сейчас коснемся. Так, коридор. Все говорили о том, что коридор, темные обои, сейчас поставили светильники, ничего темного вообще нет. Очень круто, стильно. Прям обойки, конечно, прям суперские. Вот, например, сейчас пройтись по обоям, где стык, я не знаю. Я его просто не вижу. Вот оно, нашелся. Вот. Чуть-чуть его чуть-чуть видно. А вот оно. Вот. На самом деле, это такой очень клевый момент, особенно когда технически это поклеено хорошо. А знаешь, почему технически хорошо? Потому что буквально несколько недель назад вот Олежка стоит и... У нас еще Макс, который клеит обои. Вот. Я переодевался и проводил мастер-класс по поклейке. Недавно было видео по стяжке, мастер-класс. Вот. Был еще мастер-класс по поклейке обоев. Мягко сказать, вот когда Максу я показал, как это нужно делать, это человек, который до меня еще клеил обои. Вот. И когда показал, как это нужно делать правильно, он потом полдня еще ходил и говорил такой, охренеть. Ну это я так, он конечно в матюках это все говорил, пожестче. Так, ну гардеробная. Опять, кстати, вот такие же, причем знаешь, очень часто люди говорят, ну типа вы в одном месте что ли обои покупаете. Блин, в основном в разных местах, но каким-то образом заказчики выбирают одни... Те же обои. Вот такие обои мы клеили на каравелле Португалии. Это Владимир выбрал. Вот, опять же. Давай, ты у нас оператор, тогда ты ищи стык. Раз я не это, потому что я его тоже не вижу. Здесь нет? Я не знаю. Я не вижу его просто. Вот он, да. Вот, чуть-чуть где вот расходится, еще можно понять и увидеть. Вот, вот он. Это, короче, да. Удобно нашел. Да. Так, количество автоматов. Вот. Так, первое, что это? Щиток открывается, Олежка. Щиток открывается не в ту сторону, да, его перевернуть надо. Вот. Количество автоматов на 50 квадратных метров. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. 19 штук. Вот. Очень часто вопрос задают, для чего так много автоматов. Я все время это объясняю. Можете посмотреть в черновом варианте, когда я все это объясняю. Но могу быстренько в двух словах. На каждую комнату идет своя распределительная коробка. Одна для розеток, вторая для света. Если этих и эта распредкоробка, она отвечает за один автомат. То есть на комнату, где больше 6 розеток, мы ставим 2 распредкоробки, соответственно, будет 2 автомата. Вот как бы и вся простая технология. Так, ну пойдем в диванную комнату. Так, вот здесь планировался еще телевизор. Так, высота у нас где-то 1,40 м. Вот здесь у нас, короче, должно быть еще 2 розетки, ТВ и интернет. Уже потолок натянули, поэтому мы не увидим. Но простучать, где-то есть пустота, ее просто надо найти. Вот, если надо, разбиваем и вешаем сюда телевизор. Но так как на проходной зоне, очень сложно. А вот здесь у нас такая диванная зона. Скажем так, хорошие обойки, очень. Это, кстати, новая молодежная какая-то коллекция. В этой диванной зоне я еще поставил, так как я знаю, что у заказчики есть сын, и сын занимается разработками
сайтов, там чем-то еще, то есть ему нужно будет рабочее место типа рабочего кабинета. Вот как раз доступ с интернетом, у него будет стоять здесь диванчик, журнальный столик, и в принципе потом это место можно использовать, когда кто-то приезжает в гости. Вот таким вот образом. Так, спальня. Очень хорошее место. Вот, что касается спальни. Здесь мы дистанционно выбирали заказчицей вот эту стену. И уже исходя из вот этой стены, я подбирал вот эти обойки, которые вы сейчас видите. Они, не знаю, камера передает или нет, они с легким отливом, таким серебристым. Вот можно на свет, если взять. Вот таким вот образом. Смотрите, вот это выбирала заказчица сама, вот, то есть, но дистанционно. Опять же, мы исходили из приблизительно, какой ламинат, такой же приблизительно оттенок обоев. То есть у меня был здесь такой легкий, скажем так, уклон на сероватые тона. Все остальное делали дистанционно. Чтобы вы все понимали, ремонт был вообще исключительный, то есть договора мы вообще не подписывали. Заказчица скинула мне доверенность генеральную, и с помощью генеральной доверенности, в принципе, все, что здесь есть, сделано дистанционно. Вот, так что давайте, что такое потайная ниша? Вот это как раз и есть потайная ниша. Но ставить вот сюда такой багет дешевый, пластиковый, я вам просто не рекомендую. Почему? Потому что у него, во-первых, вид не особо хороший. Если вы сделаете уже ремонт, вы потратили на этот ремонт больше миллиона. Вот почему вы берете и ставите дешевый пластик? Хорошую, вот мы сейчас обсудили, Татьяна, заказчица наша, сказала, говорит, Сереж, говорит, я полагаюсь полностью на тебя и на твой выбор. Я говорю, вот сюда, вот особенно на гнутые поверхности, там, где вот такого варианта, я говорю, вот сюда, ну прям нужно сделать обязательно хороший металлический профиль, который будет ходить аккуратненько, и прослужит он вам, блин, столько лет верой и правдой, что вы потом еще через 10 лет спасибо мне скажете. А вот, допустим, напрямую, в принципе, там ничего нет, пускай можно пластиковый поставить в кухне, да, и будет все это по прямой ходить. Так, ну, уже все, вешаем радиаторы, подключаемся. Так, выключимся ненадолго. Что, ванну? Вот, пошли в ванную. У нас здесь, да не, в принципе, что. У нас мне в основном вот это. То есть наш один подписчик позвонил мне в личку, и мы с ним пообщались по поводу вот этой подрезки. Было замечание, что с этой стороны сделали подрезку, говорит, я бы себе такое не хотел. Вот, но мы преследуем чуть-чуть другую цель. И сейчас эта цель уже видна. Простите. Смотрите. Здесь с каждой стороны специальная разметка сделана таким способом, чтобы выделить вот непосредственно вот эту полосатую плитку. И в предыдущем видео был незаконченный верх. Вот, сейчас он законченный. То есть, и вот это панно теперь выделяется как отдельная конструкция. То есть, нам ее до конца нельзя было. Просто нельзя. Это плохо. То сейчас вот смотрится, даже пришел Александр, это сын хозяйки, и он говорит, блин, как смотрится круто. Здесь уже все, заказали акриловую хорошую угловую ванну. Так, что? Давай, ты туда, так, Олежка, а ну-ка отбеги, я этот покажу. Так, еще лючок. Ты его еще не отрегулировал, да? Ага. Так, кто знает, что находится здесь? Здесь пожарный гидрант.
Ой, сколько там мусора. Вот. Это пожарный гидрант, которым, дай бог, никто никогда пользоваться не будет. Вот. Поэтому сейчас мы его останавливаем обратно. Вот. Вот так выглядит потайной лючок с вот этим крючочком. Вот и все. Закрыли, здесь будет столешница, и пускай его, я же говорю, никто его трогать не будет. Так, вентиляция у нас в потолке. Давай быстренько тоже. Запилы под 45 здесь. Небольшой, маленький такой парапетик, аккуратненький. Вот, потому что канализационная труба, и там все-таки та стена бетонная. Вот, мы не сможем этого сделать. Так, ну и в заключении все-таки опять, для чего нужен распределительный коллектор. Люди, которые задают этот вопрос, и некоторые даже наши уже подписчики спрашивают, бывшие заказчики, говорит, особенно вот Елена, привет ей, говорит, Сережа, а где у меня такой коллектор? Я говорю, у вас нет. Она говорит, а почему? Я говорю, у вас другая труба заходит. Так что смотрите, если труба сюда заходит полипропилен, тогда вот на входе, тогда все соединения, они появятся, и они все остаются в стяжке. То есть с этими соединениями, в принципе, ничего не произойдет. Но здесь идет не полипропилен, а, ну, скажем так, металлопласт. Причем не такой прям супер-пупер. Вот. Поэтому здесь мы пошли чуть-чуть другим вариантом. Для того, чтобы уйти от всех соединений в полу, нам нужно сделать распределительный коллектор. Что это значит? Это значит, что одно соединение только здесь на входе. Мы уже об этом говорили, вы посмотрите. Но все остальные соединения выходят здесь. То есть, смотрите, вот здесь труба зашла, вот она первая, вон там она вышла. То есть здесь идет цельный кусок трубы. Вот этот второй уходит на стиральную машину, третий на холодную горячую, на смеситель, душ. То есть и вот так, точно так же идет распределительный коллектор для отопления. То есть здесь он вышел, там вышел, здесь вышел, там вышел. То есть идут отдельные линии, обязательно отдельные линии. То есть и она идет цельная. Вот, так что имейте в виду, почему сейчас еще здесь не хватает теплого пола, потому что мы взяли для теплого пола регуляторы Legrand Valeno, а выбрали Verkel. Поэтому сейчас мы заказали и просто ждем, когда привезут их. Вот, поэтому есть точно у них своя версия, серенькие точно такие же. Может быть, когда уже мебель расставим, ну, скорее всего, что вряд ли. Потому что здесь сейчас будет жить сын, вот, будет жить в спартанских условиях. Вот, поэтому шторы, диваны, стулья, столешницы. Может быть, еще одно видео запишем, когда здесь будет стоять кухня эта. Ну и на этом, наверное, все. Двери тоже заказали. Заказали их в профильдос. Но из четырех дверей две пришли бракованных. Поэтому отправили их на возврат. И теперь придется опять ждать. Поэтому не всегда количество дней ремонта не всегда зависят от нас. Поэтому, если есть вопросы, задавайте. Если есть комментарии какие-то отрицательные, тоже пишите. Потому что, когда вы пишете такие отрицательные, допустим, варианты, мы берем их на рассмотрение и что-то убираем, что-то добавляем. То есть, ну, реагируем, скажем так. Так что смотрите нас. Всего доброго. Пока-пока.